Всем привет! Сегодня я вам покажу плетение ажурной косы. Главное ее отличие от трехпрядной внешней – это техника вытягивания прядей. Для начала расчешем волос. Плести я буду косу по диагонали. В таком направлении косы важно учесть, что сверху волос больше, чем снизу, поэтому пропорции подхватов должны быть разные. Я думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда в нижней части подхвата заканчивается, а в верхней еще много волос. Поэтому сверху подхваты должны быть толще, а снизу тоньше. Также старайтесь, чтобы их направление было вверх. Тогда у вас не будет такой проблемы. Следите за моими руками, я все покажу. Выделяем прядь и делим на три части. Начинаем плести внешнюю трехпрядную косу. Когда мы проплели 2-3 звена, начинаем вытягивать петли. Как это делать? Берем тоненькую прядку и тянем. Затем заводим палец в петлю и проглаживаем по ней все волоски, которые вытянулись неравномерно. И еще раз. Берем тоненькую прядь. Вытягиваем, заводим палец, проводим по волоскам, которые вытянулись неравномерно. Дотягиваем их до того края петли, который с самого края. И так плетем до самого конца. Не забываем в конце работы проработать пушистость волос. Как это сделать, я подробно рассказывала в своем первом видеоуроке. Также там рассказывается, как заплести трехпрядную косу. Приятного просмотра!